Значит, На другом пошло, на левом. Отсюда получается мастер, а тот получается бэкап. Ясно, левый мастер, правый бэкап. Давай теперь снова, на теперь за это загрузим. Так, ну давай тогда, поехали. Так, second officer, дальше. ENC. ENC. 2019. Угу. Последняя неделя. Да, 35. А эта неделя, когда приходит, ее ты откуда берешь? Как она здесь оказывается в папке? Ну, я тебе покажу. Там, по-моему, через почту, да, надо ее? Не-не-не, тут он через... Так, ENC update первая, да? ENC update 1. Последняя. Инфо. Инфо. Пермиты. Пермиты. Бэкап. И вот эти оба. Копируешь, да? Угу. Так, копии и на флешку. Да. Все, и идем сейчас на правый. Не вставляй. Это будет как-то, да, забыть? Не, карта-то у тебя уже есть. Ты просто продлишь пермит. Угу. Ну все, да. Это пермит, removable диск. Мы же карты тут вообще не выбираем. То, что Магна решил, какие тебе нужны. Вот такие установлены. То есть тут открыты все карты на... Все, окей, окей, окей. Порты захода. У него же все пароходы одни и те же порты твои. Все, до 31-12. Все, можешь закрывать. Вот и все, весь апдейт, да? Больше что еще? Все, да? Вот эти пермиты, в принципе, и все. Все, теперь ничего не надо будет. Только еженедельно больше корректуры теперь. Короче, 12 вот... 12 VGC выходит, на почту приходит, да? Нет, через программу. Вот программа Chart Planner 3. Ага. В нее заходишь. Блядь, думаю, отсюда полгода. Она, да, блядь, мощная программа. Вот, короче, такая программка, да? Угу. Тут тоже все вверху, все, это менюшка, да? Файл, роут, если надо построить, AVCS карты, это векторные, растровые, это, блядь, бумажные карты, АДП, блядь, лоцы, ЕНП и прочая хуйня. Мы, короче, используем только AVCS, векторные чарты. Uh-huh. В общем, когда тебе надо сделать еженедельную корректуру, да, uh-huh. сначала зайти надо в файл, okay. сделать апдейт uh-huh. именно самой программы. Видишь, апдейт. Угу. Выбираешь апдейт, выбираешь способ. Донат. Через интернет. Можно ли реквест на e-mail? Да, понял, давай. Интернет. Через интернет. Начало и все, сейчас он сам будет. Тут пошел процесс, он там сейчас напишет, блядь, апдейт, он там ОК, комплит. Это ты сделал, так скажем, апдейт самой программы каталога. Угу. Теперь выбираешь вкладку векторные чарты, эти карты, да? Угу. Выбрал. И выбираешь тип карты, блядь. Выбираешь сразу все. Угу. Он тебя отображает на экране все. Мышкой можно двигать, да? Можешь по одной выбирать, да, там, тыкать, блядь, какую тебе надо карту. По идее, на переход, как бы, да? Лучше, ну, где, да, в каком, да, районе, да, работаешь? Я, допустим, да, мы, смотри, мы работаем в Норвегии, да? Часть Северного моря, вот это Роттердам. И Балтика, вот этот район. Я обычно делаю как? Беру вот этот инструмент Area, да, Select, uh-huh. чтоб не по одной. И просто, блядь, районом вот так, нахуй, выбираешь, блядь, всю Норвегию. Проливы эти датские. Балтика, тут Рига, Таллин. Ну, короче, все... Ну, все красным помечается. Да, ну, у тебя все переместилось в корзину. То есть вот это все у тебя сейчас в корзине. Uh-huh. У нас есть, у нас больше карт, то есть у нас от предыдущих еще остались американские и прочие. Нахуй их делать апдейты, блядь. Я делаю чисто вот эти районы. Ну, понятно, за это же бабки платят. Да. Так. И, короче, вот, когда у тебя переместилось вот это все в корзину, да, красное стало, uh-huh, uh-huh. заходишь в Publication Selection, вкладка. Publication Selection. Нажимаешь okay. левой. Вот у тебя в корзине все карты. Все карты, окей, okay, дальше. Да. Вверху, видишь, вкладки идут там. Update. Uh-huh. Нажимаешь Update. Вверху выбираешь неделя, до которой у тебя сейчас сделан апдейт твоих карт на компьютере, да? То есть, допустим, сейчас у нас 35-я последняя была, да? Ставишь? 36-я, значит.
Но он спрашивает, да какой у тебя уже сделан апдейт. Выбираем 2019-35, да. Это ничего не трогаем, вообще поля. И выбираешь только download update. Слушай, а если я 36-ю неделю выберу, что будет? Ее еще нет, она не придет. Ну понятно. Ну окей, download. Download. Он тебе открывает, куда сохранить. Но оно сразу уже, видишь, ENC 2019, WIC. Но... Я обычно выхожу там, да, в ENC, создаю новую папку там. WIC 36 там, к примеру. Да. Ну, у нас же WIC 35. Ну понятно, если бы ну, я образно говорю, да. Ну, к примеру, новую сейчас просто создадим без названия, чтобы тебя потом не путать. Да. Все, new folder, блядь. 36 будет, получается, в четверг, да? То есть получается сегодня. Я обычно в пятницу все это делаю. Ну, потому что в четверг она после обеда выходит, корректура. И она выходит в адмиралтействе в английском. А у этих все понял, хорошо. И что, она выходит, короче, загружаю сюда и потом чего? И потом иду на опять флешку. На флешку и опять туда, да? Ну, допустим, да, выбрал сейф, все. Ждешь, блядь. Он тут пишет, соединяю с сервером. И ждешь, блядь. Ну, пишет, окей, комплит. Комплит закрывать можно. Это все закрываешь, то есть все. Корректуру загрузил. Заходишь к себе Second Officer, ENC 2019, ну и допустим 35-я неделя. И вот он приходит вот в таком зазипованном файле, ENC Update. Ну и что делаем с ним? Ну что, открываешь его левой, выбираешь Unpacking. Ага, Unpacking. Да, и в эту же папку, то есть ничего тут не меняешь. Ну он сейчас пишет, что уже существует. Ну, короче, он тебе распаковывает эту хуйню. Обычная папка ENC, блядь. Угу. Там внутри ENC, инфо, блядь, все это прочее. Полностью эту папку с апдейтами копируешь. А у нас флешки-то нет, все это. Ну, на флешку копируешь. На флешку.